Увидимся, Марго. Птички улетели. Давай присядем. Посмотрим, кто склевал нашу фасоль. Я буду ждать тебя здесь. Ты боишься? Нет. А вдруг она поймет, что я ее отец? Что? Что? Добрый день. Слушаю. Это квартира Дамлы Аксой? А Дамлы нет. Она улетела, ее не было всю неделю, она прилетит завтра. Но скоро придет ее мать. Располагайтесь, проходите, пожалуйста. Располагайтесь. Будете чай? Воды, пожалуйста. Вот, прошу. Благодарю. Это концерт Дамлы. Она пела, когда училась в школе. У нее голос как бы не сглазить. Чистый, такой красивый. А это? О, это она с отцом, с господином Кадиром. Любит отца? О, еще как! Все время только о нем говорит. Простите. Ее мать говорит так. В детстве она просыпалась по ночам и искала не маму, а спрашивала отца, где мой папа? Да. И отец любит ее. Конечно. Отец с дочерью как одно целое, не разлей вода. Насрин Ханым очень ревнует. Получается, вы что, не знаете их? Нет. Я работаю с Дамлой. А все в порядке? Надеюсь, никаких проблем нет? Неприятностей? Нет, все в порядке. А почему вы спросили? Что-то не так? Не знаю, просто еще какие-то люди спрашивали о ней сегодня. Кто? Кто спрашивал? Не знаю, какой-то господин звонил. Я подумала, ее начальник. Он спросил, она в городе? Говорит, это по работе. И я сказала, что она прилетит завтра. Дядя? Говори, племянник. Они пришли по нашей душе, дядя. Тот, что поменьше, у него оружие побольше. Автоматика, но настоящий снайпер не он. Тот, что повыше, прячет оружие, у него пистолет. Тот, что ниже ростом, начинает, а он производит последний выстрел. Продолжай. Это серьезные парни. С ними не договоришься. Смотри. Они понимают друг друга без слов. Слабые стороны. Они заканчивают работу друг друга. Если их разъединить, им будет трудно. Тогда давай разъединим их. Опять не туда смотришь, племянник. Дядя, не забывай, мы выбрали это место. Дядя! Дядя, идем!
Дядя, идем. Идем, идем. Высокий парень, это его ученик. Надо разъединить их. Давай сядем в другую машину. Теперь они будут гнаться за нами. Ты что-то проворачиваешь, а я плетусь за тобой. Знаешь, что ты сделал? Где дочь Кинана? Сначала надо избавиться от преследования. Ты говоришь об огромном городе. Если они в этом городе что-то могут, то и мы не лыком шиты. Дадим отпор. Дядя, разве наша цель не убийство Кинана? Почему мы околачиваемся здесь? Это не ради меня. Садись в машину. Давай, садись. Это все, на что способна эта машина? Думаешь, Рамис приказал разузнать о ней? Но Дамла приезжает завтра, сегодня он ничего не сможет сделать. До завтра я буду ждать у дверей. Может, позвонить кому-нибудь? Пошли своих ребят. Я никому не скажу, что у меня есть дочь. Не могу рисковать. Ну да. Чингис! Чингис не лучший вариант? Чингис не вариант вообще. Особенно теперь, когда он узнал о том, что мы вместе. Он работает в одиночку. Он нам не подмога. Пожалуйста, пейте на здоровье. Я сама сделала. Не хотите? Но как же так? Я же для вас делала. Тогда помогите. Время совсем не идет. Эзель сказал обращаться к вам за помощью. Здесь мусор. Поможете вынести? Сходи, посмотри, что там. Я помогу вам. Идите туда. Сначала идите прямо, потом налево. Оставите около стены, и вы увидите, там лежит мусор. Открой дверь! Открой дверь! Открой дверь! Открой дверь! Открой дверь! Что тебе нужно? Что тебе от меня нужно? Моя подруга знает, что я здесь. Она позвонит Эзели в полицию. Понял? Похоже, я напугал тебя. Извини. Ничего подобного. Что тебе нужно от меня? Ты сказал, что если я не приду, я потеряю Зеля. Что ты собираешься делать? Ничего я не буду делать. Но если что-то случится, будет неплохо, если честно. Ты сумасшедший. Я ухожу. Ты неправильно поняла. Я не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Если случится, так случится. Но меня волнует вовсе не Зель. Что ты от меня хочешь? Отпусти меня! Я буду кричать! Тише, тише, успокойся. Я хочу, чтобы все наконец закончилось. Рамис и Кинан. Взрослые дяди выясняют отношения, а достается нам. Слушай, я отказываюсь от власти и денег. Ни Кинан, ни Рамис меня не волнуют. Надоело. Что я только не делал, чтобы все это наконец закончилось. А мне-то что? Какая мне разница? Что ты от меня хочешь? Помоги мне закончить это дело. Али и Эзелю нужна моя помощь, но они не общаются со мной. То есть Эзель не общается со мной. И Зейшайн. Мы оба хотим вернуть ее. Она ему не нужна. Эйшан нужна всем. Он не признается, а я признаюсь. Слушай, я закончу это дело, заберу Эйшан и рвану подальше отсюда. Меня не волнуют ни Эзель, ни Кинан. Баде, помоги мне. Помоги мне увести Эйшан отсюда.
Алло, Азат. Кое-что произошло. Как мне с тобой встретиться? Что случилось? Джингис приходил вчера, угрожал. Я думала, он сделает что-то Изелю, поэтому я с ним встретилась. Он просит помощи. Я не хочу вмешиваться в эти дела, но что мне делать? Ничего не делай. Держись подальше от него. Подожди минутку. Надо подумать, может, что-нибудь получится. Утром приходи на базар, который строят. И я буду там. Я сбегу, и ты приходи туда. Ты поняла? Хорошо. Баемся. Что? Проверь пятый номер. Что смотришь на меня? Закрываемся, говорю. Дядя. Добро пожаловать. Как поживаешь, брат Хамид? Видно, дела идут неплохо, раз ты раздобрел. Я не узнаю тебя, кто ты. Я друг Омера. Он часто писал о тебе в письмах. Милости просим. Проходите, проходите. Садитесь. Омер был хорошим малым. Хорошие люди рано уходят из жизни, а такие, как я, живут долго. Не правда ли? Не правда ли, дядя? Да, Хамид, приюти нас сегодня. У тебя найдутся две кровати. Обижаешь, дядя. Выбирай любую комнату. Проходи. Проходи.